Вау, посмотрите, сколько у нас сюрпризов наклеек. Ух ты! Всем привет, ребята, это вторая часть. Мы собираем наклейки с куколками Лол. Сегодня нам поможет Иришка. Иришка, привет! Привет! Мы в прошлом видео мы так много наклеили наклеек. Если ты не смотрел, посмотри обязательно. А сейчас мы будем наклеивать дальше. Эй, ребята, сколько у вас лол-куколок в коллекции? Напишите в комментариях. Так много пакетиков? Давайте перемешаем и возьмем какой-нибудь один. И откроем его. Какие там наклейки окажутся внутри? Мне самой так интересно. Ой, смотрите, у нас здесь уже есть одна в журнале. Значит, это повтор. Ну, не очень хорошее начало. А, по-моему, таких малышек у нас не было. Тут одна часть пазла. И еще одна часть пазла. Ух ты! Лол-питомцы и лол-малышки. Сейчас мы их наклеим. А еще, я думаю, нам стоит наклеить вот эти 5 наклеек, которые уже есть в журнале. Давайте найдем их номера. Начнем с этой девочки. Вау, какая она красавица! У нее номер 44. Опа! Раз и попали мы на эту страницу, где есть номер 44. Coconut Cutie, вот имя этой девочки, и она находится в клубе театр, 19-й. Какая-то русалочка. 19-й номер совсем недалеко. Вот она здесь. Тоже клуб театр. Вот так. Мэрбэйби ее зовут. Популярная. Такой малышки у нас нет. Следующая девочка. Какая классная. Она под номером 15. Он тоже где-то тут рядом. Чиркаптен. Вот так. Хорошо смотрится. Редкость популярная. Такой малышки у нас тоже нету. Осталось две малышки. Одна под номером 29. Вот она, Клуб Дэнс. Малышку зовут Сис Свинг. И последняя девочка под номером 24. Вот он, этот номер. Сюрпейт, какая классная. Клуб Атлетик. Давайте наклеим вот эти наклейки. Начнем с пазла. Он где-то в конце. Хотя нет. Тут наклейка под номером 5. Ищем номер 5. Ах, вот он. Тут должна собраться картина. И сейчас у нас есть первый пазл. Вот так, аккуратненько наклеили. Скорее бы собрать полностью. А это номер 178. Надо идти в конец. Вот здесь. Ой, у нас тут остался мусор. Кстати, а это можно раскрашивать. 178. Аккуратненько. Тут, конечно, наклейка немного криво наклеена, но ничего страшного. Осталось 4. Я думаю, скоро мы соберем полную картину. Тут еще наклейки. Кстати, у нас есть эта девочка. Давайте ее найдем, наклеим и поставим галочку, что она у нас есть. Ха! Какой сюрприз! Посмотрите, она у нас тут уже наклеена, и галочка стоит. Вернем наклейку назад и приклеим куда-нибудь в другое место. Иришка, может быть, ты знаешь, куда ее наклеить? О, только подумать. Может быть, на какой-нибудь блокнотик или тетрадочку? Тетрадочку, говоришь? Ну, потом наклеишь. Тут малышки. Давайте их найдем. 141А и 141Б. 141А и 141Б. Далеко-далеко. Клуб Атлетик. Little Court Jump. Lil Springs. Мне так нравятся их имена. Вот, малышки наклеены. У нас остались питомцы. Питомцы, какой у вас номер? Тут совсем недалеко. Вот они. 162А. Фантастическая, вау! Какую мы кошечку нашли. И правда, только посмотрите, какая красавица. Спайси Китти, 162Б. А эту малышку зовут Шугар Пап. Это щеночек. Сколько мы наклеек наклеили? Так, давай посчитаем. 5 из журнала и 4 из пакетика. Ух ты, как здорово! Может быть, еще один пакетик?
Маришка, давай. Последний пакетик на сегодня. Возьмем вот этот. Надеюсь, там попадется что-то очень интересное и необычное. Я уже вижу, что-то блестит. Ура! Посмотрите! По-моему, такой у нас еще не было, малышки. И такой тоже не было. И таких. Это одежда. Номер 183А и 183Б. Вот здесь. Мы сейчас наклеим ей платьица и ботинки. Сапожки. 183Б. Сейчас мы тебя обуем, девочка. Аккуратненько. Вот так. Как здорово выглядит. И платье. Мисс Панк. Отлично наклеилось. Как здорово. Давайте найдем эту блестящую девочку. 188. Я думаю, это на этом плакате. О, нам придется выдирать его. Давайте осторожненько это сделаем. Отлично, почти не повредили. Это девочка под номером 188. Cosmic Queen. Космическая королева. Вот наша девочка и наклеена. Давайте откроем, посмотрим, что это у нас за карта. Ух ты! На одной стороне игра. Большая какая. А на другой стороне коллекция из наклеек, которую ты собираешь, и потом ты можешь повесить как плакат. Это так здорово! К сожалению, у нас ни одной малышки нету. Вот это обидно. Да, я хотела бы малышку с блестящими волосами. Мне нравится вот эта принцесса. Давайте наклеим остальные 5 наклеек. 120. Какая она красивая. Как бы я хотела получить эту малышку из сюрприза. У вас есть эта малышка? Напишите в комментариях. А вот и номер 120. Это рок-клуб. Вау! Чики Бейб. И теперь наклеим аккуратненько сюда. Отлично! Находим этих малышек. C97A и B. Сколько тут мини-игр в этом журнале. Ой-ой, у нас эти малышки уже есть. Опять повтор. Значит, наклеим куда-нибудь их еще. А вот эти малышки у нас есть? 73. Б и А. Нету. Вот, блестящие красотки. Вот их местечко. И 73Б. Прекрасно. Вот мы их и наклеили. Ребята, ставьте лайки и пишите комментарии. Думаю, скоро выйдет третья часть. Я хочу собрать все наклейки в этом журнале. Посмотрим, получится ли у нас это сделать. Ответь на вопрос, под каким номером была эта малышка. Ответ напиши в комментариях. Переходи на другие видео вместе с куклами-бобсиками. Пока-пока.